дайте мне уже пульт от ядерки. Если боитесь ответственности, перекиньте всю ответственность на меня. Здорово. Сегодня мы посмотрим на мои микрофоны, которые у меня есть, которыми я иногда пользуюсь, иногда нет. Ну, начнем с первого. Микромакс K346. Или как я его называю? Мистер Макс. Ладно, мистер Макс у нас работает более-менее приемлемо, то есть на мама. Работает на Android 5. Да, Android 5, конечно, это вообще жесть. То есть я не знаю, как этим устройством пользоваться. Давайте камеру. Иногда она работает вообще ужасно, иногда более-менее приемлемо, нормально. Вот как сейчас, то есть на мама. Ну, вердикт. Хрень полная. Не покупайте. Следующий дом. Honor 3. Honor? Это, короче, телефон, которому уже где-то 9-10 лет. Не знаю, сколько ему. Прошит он на Куаногин мод 11. Недавно его прошил. То есть, как бы, вот настройки. Android KitKat. В принципе, на котором еще можно жить, но он уже так же, как Android Eddy. Стоят игры. Знаменитая Poo и Easter Egg Collection. Камера. Вот у Honor 3 камера уже неплоха. То есть можно там что-нибудь фоткать, снимать на него. Работает на Cyanogen Mod 11. Recovery Kirby. То есть, ну, в принципе, им еще пользоваться можно, но тоже хрень. Теперь мой основной телефончик. Догадайтесь, какой это телефон? Какой? Правильно, Honor 8X. Он немножко, как видим, разбитый. К сожалению, его прошлый владелец его уронил с балкона. Как мы видим, ну, работает. Дискорд стоит. Сервер «Армия хороших людей». Ну, или скоро мы его переименуем. Это мой сервер, на котором я сижу, на котором адекватные модераторы, адекватные ребята. Да ты чё? Так, у нас есть тут 4 ПДА. Мне пришло обновление до имя 12. О, чёрт. Что же делать? Honor, что натворили? Я не буду устанавливать это ПО. ПО это не буду устанавливать никогда в жизни. Все, позже, все. Ну, короче, Honor 8X нормальный телефончик. Я им пользуюсь. Но все же хрень. Сейчас я найду такой телефон. Флай. Это мой старенький кнопочный телефон, на котором я видосики смотрю, которым я пользовался, он мне служил долго, но у него перестал работать разъем под SD-карту. То есть теперь на нем больше ничего не посмотришь, не послушаешь, ничего не поснимаешь на его камеру. О, три курочки. То есть телефон уже, у него крышка вообще дрянь. То есть работает. То есть как звонилку его можно использовать, но вот этот вот запуск я вообще люблю. Очень хороший запуск, мне вообще нравится. О, 2016 год. Вообще тогда нормально. Давайте снимем на камеру. Ой, нет карты памяти. У него, кстати, ну, более-менее для кнопочного телефона. Но все-таки флай этот. Все-таки для меня самый, скорее всего, ностальгичный телефон это все-таки Honor 3. Как бы он, ну, работает до сих пор. Я на него прошивку поставил там. То есть такой неплохой телефон. Микромакс вообще хрень полная, не знаю.
На нем можно в GTA San Andreas мобильную поиграть, но он вообще хрень. Мне нравится, что тут трусы лежат. Да. Он 8X мой основной телефон. Я его люблю, он классный. Ну, хорош вообще. И флай. То есть это флай этот он вообще хрень. То есть у него даже вот тут вот крышка поцарапалась что-то. Вот тут вот что-то вот какая-то, не знаю. Короче, вот, на. Не, надо его еще. Потому что мне уже не нужен, как бы его уже не жалко. Флай развалился, классно. Давайте Некромакс развалим, он все равно. Ага, в него на чём-то надо. А вот Некромакс уже никак вот так вот не сделать. Надо немножко у него ключку приоткрыть. Да, понимаю, читак, но ничего не поделаешь. Махон рун третьему прямо. Нормально. Все, мы победили. Микромакс. Хонор 3 мне жалко. Как бы. Ну, а Хонор 8X никак не развалить. Так что так. Так что говнюки, которых я развалил, они реально говнюки. То есть на них ничего не поделаешь. Можно на них какие-нибудь краш-тесты делать. Да, я возвращаюсь на YouTube. То есть теперь я буду видосы, скорее всего, снимать. Если опять, надеюсь, не пропаду куда-нибудь. В какую-нибудь канаву там, не знаю. Вы заходите на Discord-сервер. Нам нужны участники. Ну, а также подписывайтесь на канал, чё, блин. Уже 300 подписчиков скоро. Уже один подписчик остался до 300. До 300. Ой, тихончик. А, пошёл. Так что так, так что спасибо за просмотр. Подпишись там, поставь лайк, колокольчик. Все, я в канаву. Все, до свидания. До свидания, я в канаву.